Друзья, приветствую вас на канале. В этом видео хотел бы показать замеры G30-540. Расскажу про автомобиль. Stage 2 от MG Flasher, XHP Stage 3 коробка. Вместо катализатора downpipe, выхлоп банка Mental Garage. ТНВД штатный, не заменен на ТУ или там Dorch. Тормоза M-Performance 395 мм, они где-то на 3 кг спереди и около 2 кг сзади тяжелее штатных. Колеса R20 не ковка, резина Michelin Pilot Sport 4S 275 сзади и 245 спереди, соответственно. Вот такой автомобиль. Ролик интересен тем, что здесь будет полный процесс от поездки до заправки. Заправка, прошивка заново ТС-карты, чтобы вы все видели максимально прозрачно. Обычная карта, никакой не кастом. Бензин обычный сотый. Основной задачей этого ролика было снять замеры 0-100, так что стыков никаких не будет. Но будет стык перед замером 100-200, потому что я не планировал его снимать. Дальше все увидите сами. Поехали! Сейчас у меня в баке, значит, 11 литров бензина. Вот она пишет, на 82 километра хватит. Так, ну что ж, поехали тогда. Видео останавливать не буду, как уже говорил. Ждем светофор, запущу драги. Нагружать данные по спутникам. Вот такие вот клоуны бывают на некоторых машинах.
Так, вот заезжаем на заправку, значит, сотый бензин, обычный, как я уже говорил. Вот первая колонка не работает. Так, так, так. Где у нас больше особо нигде нет сотого. Нефтьмагистраль, как вы уже могли заметить. Дальше сейчас будем шить. Так, останавливаемся. Устанавливаем мотор, включаем зажигание, соединяем адаптер. Так, соединяем адаптер. Значит, все. Опускаем приложение. Так. Где-то у меня МГ Лошер. Так, включаемся к адаптеру. Сейчас вы увидите, что зашито уже в машине. Вот, как видите, обычная вот ES-карта 2.10, Stage 2. Но чтобы прям было все максимально прозрачно, зашьем ее еще раз. Stage 2. Продолжить. 98 бензин. Продолжить. Здесь видно, что не стоит галочка ТНВД, ТУ или да, какие-то другие дорчи. Там сейчас заводской ТНВД стоит. Вот. Здесь видите все настройки. Нажимаем продолжить, старт. Шли ошибки, но это нормально.
кстати, обратите внимание, сколько сейчас топлива. В баке 25 литров. 15 я долил, 10 не было. Так. Почти закончился процесс прошивки. Все, успешно. Выключаем телефон, выключаем зажигание. Достаем адаптер. Вот. Ждем 30 секунд. Как я уже говорил в других роликах, 30 секунд это когда П погаснет. А я тем временем настрою драги. Так, драги. Еще раз запустим его. Включу Wi-Fi. Так, connect. Всем удобно все делать, конечно. Кстати, 30 секунд уже прошло. Как видите, погасло. Можно заводиться, но сейчас уже дождемся. Все. Спутники ловят нормально. Заряд нормальный. Кладем телефон. Ну и едем, собственно говоря, замеряться. Так, что-то iPhone не хочет фокусироваться. О, все. Хорошо стартануть, но пробуем.
Sport Plus. Traction. Значит, коробка в спорт. На всякий случай включим аварийку. В целом готов замеряться. Скину драги, чтобы все чистенько было, ничего не мешало нам. Так, останавливаюсь. Тормоз в пол. Руль прямо, пристегнут, газ в пол. Телефон надел. Куда делся телефон? А, вот телефон у нас вот там, сзади остался. Сейчас его достану, посмотрим, что у нас получилось. Так, давайте посмотрим. Так, фокусируется, тяжело iPhone. Там 3.57, сейчас я попробую его как-то, не знаю, что с ним происходит, но видно, да? 3.57, с первого раза, думаю, время можно улучшить, вот, сейчас, кстати, попробую это сделать, чуть-чуть ее остужу, комфорт, драйв, трекшн, все это дело выключу, чуть-чуть проеду спокойно, значит, вот еще раз, у нас 3.57, уклон, кстати, обратите внимание, но, как видно было, дорога абсолютно ровная. Сейчас попробуем еще раз замерить. Ну, например, вот здесь. Вот дорога здесь абсолютно ровная. Всегда здесь мерить. Хочу с айфоном. Очень долго фокусируется. Так, кладу телефон. Коробка в спорт. Спорт плюс трекшн. Сейчас грузовики немного уедут вперед. Так, вроде задний ковоз, впереди места достаточно. Значит, газ в пол, тормоз в пол. Посмотрим, что получилось. Так, возвращаюсь назад, открываю меню. И снова 3.57. Сейчас iPhone сфокусируется, но видите, с углом какая-то история. 1.77, не очень это нормально, в смысле, это какой-то похоже на глюк драги, хотя, как видите, дорога абсолютно ровная, много раз здесь замерялся, как бы, но показывает, что уклон. Давайте еще проеду, еще раз попробую. Значит, пока у нас стабильные два замера подряд, до сотых 3.57, это вот значит, что я не выдумываю. Сейчас еще раз iPhone сфокусируется, значит, вот видите, 3.57, где у нас там 3.57, и ниже еще один 3.57, вот 3.57. Так, ну давайте, наверное, здесь сейчас будет участок, на вид он абсолютно ровный. Попробуем на нем замериться. Правда, какие-то аварийки, что-то похоже на ДТП, но ничего страшного. Так, значит, снова останавливаюсь, спорт, спорт плюс. Здесь даже, кстати, как будто немножко в горку кажется, но... Так, значит, держу тормоз в пол, газ в пол. Проверяем. 3.56. И опять уклон 1.25. Не, ну это явно какой-то глюк драги, я серьезно говорю. Время очень стабильное, дорога абсолютно ровная, но при этом пишет уклон. Давайте последний раз замерю, вот сейчас в другую сторону даже, да? Значит, вот точно. Так, значит, комфорт опять, драйв. Слушайте, я, по-моему, в этот раз даже в драйве замерялся, вот на видео надо будет посмотреть, я не обратил чуть внимания, но как будто коробка в драйве осталась. Давайте еще раз. Сейчас чуть-чуть она подстынет. Попробую в другую сторону, если там участок будет подходящий, так, чтобы сзади не было машин. Потому что безопасность у нас превыше всего. Так. Немножко постудить коробку, потому что три ланча подряд, она, конечно, нагревается. Никуда не денешься. Вот, давайте оттуда, где вот фура выезжает, оттуда я попробую.
здесь видно, что под горку немного, поэтому отсюда не буду замерять, но вот здесь довольно ровный участок. Наверное, вот здесь встану. Вот так. Надеюсь, видно, что дорога абсолютно ровная. Ну, может быть, даже немножечко в горку идет. Так. Давайте еще раз. Значит, драги у нас 3.56. Возвращаюсь на предыдущий экран. Коробка в спорт. Спорт плюс. Трекшн. Трекшн. Все, я готов. Машина готова. Сейчас чуть ровнее поставлю. Вот так. Вот так. Значит, тормоз в пол. Газ в пол. Давайте посмотрим, что получилось. Так, 3.53. И абсолютно ровный валидный уклон. 3.53. Вот это время я уже показывал в блоге. Показывал его там, на YouTube и так далее. Вот так вот. Стабильное время. Хотя, друзья, запишу еще ролик 100-200. Вот, видно, что время не изменилось. Я там спирт подлил. Все такое, да. Бензина столько же, всего столько же. Сейчас развернусь, дождусь хорошего участка, чтобы не было машин. И замерим 100-200. Наверное, раз уж мы тут. Вот. Думаю, должен выйти с 9. Ну, посмотрим. Сзади довольно много машин, так что придется их отпустить, но нужно быть готовым поехать, так что готовлю драги, себя. Здесь, наверное, остановлюсь, подожду. Поеду 100-200, кстати, в автомате, потому что, честно говоря, руками с камерой в телефоне не самая удобная история. Так что время будет точно не лучшим, в механике можно пощелкать побыстрее. Мы посмотрим. Как есть, так есть. Никак там светофор не перекрывается. Кстати, наверное, пока ждем, все равно включу адаптер, чтобы записать лог параллельно с этим процессом. Два раза не переснимать его потом заодно. Сниму, что я тут не мухлюю. Блин, сейчас вот, кстати, хороший участок. Надо, наверное, будет поехать все-таки замерить сулов потом с ним. Сзади отсекается поток.
после стоянки, так сказать, на холостых. Смотрим, что у нас там в левом ряду творится. В целом вроде бы нормально. Итак, Sport Plus, коробка в Sport. На всякий случай даже, наверное, найти DSCO включу. Хотя это не так важно, в общем-то. Так, четвертая передача. Давайте чуть побыстрее на пятую, чтобы она перешла. Поехали. Короче, около 9, но это полностью в автомате и с не очень правильными передачами. Смогу попробовать снять как-нибудь видео, наверное, не знаю, получится или нет, в ручном режиме. Но вряд ли мне это получится. Теперь нам еще долго придется ждать опять окно. Так что думаю, ну в целом понятно, да, что можно немножко улучшить. 8,8 оно у меня едет стабильно. Я уже выкладывал замер, честно говоря, наверное. Проверять сейчас с одной рукой рулить и одной рукой переключать не очень, это будет безопасно на такой скорости, тем более. Что вот, всем спасибо за внимание еще раз, всем пока, до новых встреч.